Итак, друзья, в этом уроке мы с вами отредактируем первую страничку с формой подписки. И также мы настроим интеграцию с рассылкой. Давайте сначала, что нам нужно сделать? Нам нужно получить ссылку на витрину, она нам сейчас пригодится. Поэтому кликаем на витрину и копируем вот эту ссылочку на вашу витрину. Далее возвращаемся в конструктор. И форму подписки, вот эту страничку редактировать будем, нажимаем редактор. Так, нужно отредактировать контакты. Во-первых, конечно, убирайте мой WhatsApp, можете написать свой, потому что люди некоторые пишут WhatsApp, видимо, почты у них нету или еще что-то. Но ничего страшного, напишет вам WhatsApp, просто скиньте ему, этому человеку, ссылку на вашу витрину. Пусть там смотрит, выбирает. И внизу тоже мои контакты замените на свои. То, что тут ИП, никто не проверяет ИП, не ИП, в общем-то, можете вообще любого ИПшника подставить. Ну, просто данные его указать, это нужно будет нам для Яндекс.Директа, но они это не проверяют. То есть просто должно быть наличие указанной контакте на сайте. Все, а чьи это контакты, это, в принципе, их не интересует. Значит, заменяйте контакты. Далее, нужно поменять в форме ссылочку перенаправления. То есть человек заполняет форму, имя, электронную почту, нажимает на кнопку «Получить список вакансий», и его должно переадресовывать на нашу витрину вакансий, вот на эту страничку. Как это сделать? Наводим мышкой на форму, выбираем ключик, и вот здесь вот выбираем «Сообщение плюс перенаправление», тут вставляем текст. Можете написать «Спасибо, ваша заявка принята». Сейчас вы будете переадресованы на список вакансий. То есть вот этот текст замените. И адрес перенаправления, здесь вставляем вашу ссылку на витрину. Все, окей. Но это еще не все. Этот сайт сделан, отдельные блоки показываются для компьютера, а отдельные блоки показываются для телефона. Вот сейчас мы видим, как сайт отображается на компьютере. Переходим на мобильное устройство. Вот здесь вверху выбираем в менюшке телефон. Все, вот так вот будет сайт отображаться на телефоне. Причем вот эта форма здесь другая. Поэтому вам нужно пройти в эту форму, нажать на ключик и здесь то же самое выбрать. Сообщение перенаправления, заменить текст и заменить здесь ссылку, вставить свою ссылку. После того, как вы заменили все контакты, заменили ссылочки для переадресации, обязательно нажмите на ссылку «Опубликовать», чтобы все эти данные у вас сохранились. Опубликовать, и можете пройти на свой сайт и все проверить, как это работает. То есть введите имя свое, введите электронную почту, нажмите на ссылочку, и вас должно переадресовывать на вашу витрину вакансий. Продолжим. Сейчас мы конструктор закрываем. Справа нажимаю на крестик «Выход». И теперь мы сделаем с вами интеграцию. Вот все заявки, которые к вам будут приходить, они будут у вас вот здесь, в меню «Заявки». Заявки вы можете видеть тут, имена, можете видеть e-mail и так далее. То есть это люди, которые подали заявку на список вакансий. Так вот, мы сейчас с вами настроим таким образом, чтобы эти e-mail'ы сохранялись в рассылке. Мы с вами сделаем интеграцию, нажимаем интеграцию, добавить интеграцию. И, честно говоря, в связи с санкциями сейчас у вас не очень большой выбор. Я раньше использовал GetResponse, но в связи с санкциями, в связи с тем, что доллар сейчас стоит дорого, то, естественно, и оплата дорогая. И многие, все эти сервисы санкции ввели. GetResponse даже повесил украинский флаг. В общем, так что проблема с этими сервисами. И у нас, в общем-то, остается один вариант. SendPulse тоже, я слышала, что закрывается. Вот, остается у нас только SendSay. SendSay, вот этот сервис. Сервис для меня новый, поэтому я ничего вам не могу сказать, как он будет работать, но, по крайней мере, они пишут, что это русский сервис, и в никаких политических играх они участвовать не будут. Поэтому подключим этот сервис. Для этого вам нужно, значит, название. Можете ввести название Sensei, так и написать. Любое, в общем-то, это не имеет значения, что вы тут напишете, чисто для вас, для вашего удобства.
внутреннее название интеграции. И дальше нужно логин и пароль от этого сервиса ввести. Я напишу ссылочку на сервис Sensei под этим видео. Пройдите регистрацию, регистрация там простая. Получите логин и пароль, введете и добавите. После этого у вас в разделе интеграции вот появится такое поле. Интеграция. Ну, это название у меня просто. Вы свое название напишите в вакансии. Вот. Вот такое поле появится. Дальше, что нам нужно будет сделать? Проходим обратно в поле страницы и в редактор вот этой первой странички формы подписки. Нажимаем на редактор. Нажимаем, наводим мышкой на форму, ключик. И здесь в интеграции с сервисами у вас будет не выбрано, не используется. Указывайте, выбираете ту интеграцию, которую вы только что создали. У меня в данном случае называется вакансия такси. Выбираю эту интеграцию и также перехожу в телефончик и выбираю интеграцию на этой, на второй форме, которая для телефонов. То же самое делаю. После изменения нажимаю на кнопочку «Опубликовать». Обязательно всегда после изменений нажимайте на кнопку «Опубликовать». Дальше что можете? Можете опять проверить, ввести свои данные в форму. И ваши данные будут появляться в сервисе Sensei. Вот так выглядит сервис Sensei. Это внутри аккаунта. Проходите в подписчики, просмотр подписчиков. Вот, и все подписчики, которые добавились, они у вас добавляются сюда вот в подписчики. Итак, друзья, я поздравляю вас с тем, что вы настроили нашу воронку, вы настроили сайты. Теперь следующие уроки у нас будут посвящены трафику.